друзья, всем привет! Это Илья, канал Мигрант Медиа. Сегодня мы, как всегда, в Мексике, в центре. Это площадь Цоколо, известное историческое место. Здесь недалеко базировались когда-то и ацтеки, и майя. Сегодня мы встретились с Андреем, человек, который планирует вести свой блог в США и ведет свой блог, да? Да-да-да, я активно снимаю здесь сейчас, в Мексике, все. Расскажите, что вас сюда привело, почему Мексика и куда держите путь? Привело меня то, что я хочу переехать в Соединенные Штаты Америки. И изучил очень много всяких различных, кажется, еще и этих... Блогеров и всяких ютуберов, хотелось бы сказать, как-то сматериться. В общем, плохих людей, которые обманывают и так далее. Я нашел вашу компанию, обратился, и мне, в принципе, все понравилось, как подготовка, сколько людей со мной работало и так далее и тому подобное. Общее впечатление об этой стране, о Мексике? Ой, это просто шикарно. Я здесь нахожусь второй день, я уже здесь был, поднялся на высотку, увидел с высоты птичьего полета всю Мексику. Просто фантастические эмоции. Я обязательно это все, я очень круто все снял и все это смонтирую и потом выложу. Я считаю, что не надо ничего бояться. Надо просто брать все в свои руки и действовать. Может быть, если нет денег, копить эти деньги, где-то занимать и так далее. Но я больше чем уверен, что впереди будет все только лучше и лучше. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции и привет из теплой, сегодня прям совсем да, жарко, Мексики, столице Мексики, Мехико. Пока. Пока.